Всем привет, кто играет Edge Waves, с вами Макс Риск. Сегодня мы заново начнем игру играть Edge Waves. Почему? Потому что новое обновление 0.19.1. Да, было раньше 0.19.0 и теперь 0.15.1. Скорее всего, они добавили, когда вы начинаете заново играть игру Edge Waves, там изменения. Ну, я думаю, кто смотрел мои ролики старые, то знаете, что есть прошлый. Вот версия, новая версия. Поменять. Выбираем самую новую. 3/4. Подтверждаем и смотрим. Возможно, будет новое управление. Будем заново читать. Будет классно. Музыку повыше. Давай. Подтверждаю. Давай. Ох, ты же готов? Ставь лайк. Подпиши, чтобы не пускать новые ролики про новые Edge Waves. Edge Waves. Вот. Последняя война закончилась. Мир остался в разрушении, выживает только обезьяны. Один брошенный на пустыне планеты без банана. 6 сильнейших обезьян сходятся во главе вместе народ и начнут эру обезьян. Они поднимут в сражении на выживание. Им останется только один путь наверх. Time to aim for the banana in the sky. Прошло время, добирайся до банана в небесах. После сессии на ракетах готова клан уровень с собой. Пора начать космическую гонку. Enter Space. Я понял, как я так всех читаю. Получится. Я же говорю, что я в будущем буду положен. Вот так. О, прям рекомендация на Эрика встретим. На глаза Эрик, рекомендация прям. Может быть новый персонаж? Ну реально, рекомендация. Смотрите! Вау! Давно вы смотрели про него. Раньше был другой, я помню. Можешь пересмотреть ролики. Вот тут новая улыбка, такого я не помню. Блин, да что-то изменено. Ну реально, что-то изменилось. Так, я это видел, обезьяны. Потом он входит, такой ду-ду-ду. Убирай меня. Так. Вроде бы то, что изменилось. Вот этот смайлик изменился. Вот и все. Ну я беру капитан Эрик, потому что я фан. А ты вот типа того. Типа того. Сундучок плюс. 200 диксов. Скажите, почему? Нужно его убирать, потому что получать 200 диксов. Бесплатно. Поэтому убирайте. Ну, он крутой, в общем-то. Да. Я хочу чокнуть. Острозубый охотник, приветствую тебя. Нам пригодится новый сильнейший охотник. Только ясно, хорошенько. Ясно, хорошенько, что команда здесь. Команда здесь явно. Почему интерфейс не изменился? Сила и храбрость помогают нам запускать ракету. Сейчас ты станешь свидетелем воинственнее исторического для нас момента. Запускай нашу ракету. А, он, кстати, он стоит. Чрезвычайно ситуация, нам нужно больше урана для ракеты. Ну что ж еще, нужно больше урана, значит пришло твое время, примат. Покажи, что ты можешь. Чтобы ухотиться в других землях и искать уран, тебе понадобится помощь. Ступай пока, что ты можешь. А что, потом нельзя? Не, ну анимация, ну почему она такая? Почему не сменили, а? Этот, надеюсь. Не, ну это прикольно. Очень хорошо, примат, обезьяна. Обычно я так не делаю. Но сегодня позволит тебе нажать на кнопку запуска нашей ракеты. Ты реально так не делаешь? На, Эрик, что с тобой? Не, я помню, что он так реально не делает. Просто хочу удивление дать вам. G3 in. Чё тут запись такая вот, наклеечка. G это у нас... киловатт, типа того. Типа скорости. А потом она делится, то налево, то направо. Тоже стрелочками показано. Ну это маленькая формула. Нужно больше формул, да? Чтобы, наверное, рассчитать. Ну просто на удачу. И бабах, сейчас будет неудача. Кстати, некоторые анимации появились. Да, тут кусочки есть. Новая анимация. Новая музыка.
Какого банана? Бывает, ну, такая вот слово. Что случилось с нашей ракетой? Мы должны найти ее и построить, починить. Давай. Блин, ну интерфейс не изменился. Возможно, там тоже интерфейс не изменился. Если изменился, то... Рабочий, ну до конца нужно сделать. Что за... Ладно. О, изменилось, смотрите. Ну хоть это вот. Так, мне уже пропускай буду. Ну, красиво, давайте. Ну, я не против. Давайте, бьянок. Сколько бьянок? 5 вроде бы. 4, 5, 6. 6 уже. Ё-моё. Там поезд. Давай к поезду. Нужно бронить поезд. А, то сейчас праздник. Ну, подстрелить поезд, что я был в курсе. Тоже решать. Да, или нет. Ну, что поделать. Сказали идти. Поэтому идем. Как модераторы. Сказали делать, тогда и делай. Да. Так, собирай. Не, ну, дым не изменился. Там, кстати, был огненной дым, я помню. С огнем. Тут что-то нет дыма. С рабочкой. Во-во-во, то что нужно. А что нужно? Только там был раньше очень огненный дым. Очень огненный. И... Нет. По-моему, да. Когда близко подходили, такого не было огня, кстати. Мы уже 10 заново игры. Нет, по-моему, меньше 5. Огня. А нового тут не было такого, не понимаю. Анимация, это я на 100% анимацию добавлю. Ну ладно, ладно. Зато вы узнали про это. Это очень важно, информация. Так, построим что угодно, показывай нам. Я одну пострелу. Реально все осталось, но возможно что-то еще нового добавить. Ну, возможно, еще нового добавить. Надеюсь, что до конца, конечно. Ладно, загружу ролик. Быстро построим. Давай нанимаем. Конечно, сейчас нужно больше героев добавлять. Ну, мультик, который прикольный, кстати. Нормально вроде бы, сотку все вижу. Вау! Это хорошо, кстати, good. Good work. Смотрите, вау. Вау. Ну он был обычный, я помню. Только он красивый, смотрите, вау. Дайте я его сфоткаю. Она привыкла, в всякий случай, мы сфоткаю. Почему тут где-то там обрезки, чтобы вырезать? Так, давайте скорее обезьяны-мутанты могут уничтожить нашу ракету в любой момент. Сейчас, подождите, ты очень классно выглядишь. Блин, почему разработчики не дают такие приемы? Чего я должен сам лично? Ну ладно. Не команда, мы с ними, как я понял. Все, сфоткал. Не знаю, увидите на превью или же нет, значит я еще будем новое. Не, возможно, да, добавлю. Чтобы узнать. Вау, новое. Смотри, вот ракета мутантов, давай. Скорее всего добавлю, почему нет. Если есть фоточка, разомните там всякие штучки, там еще герой. Блин, ну эти сфотки, да? Ладно, попусти случайно. Ну, это обычный мэрбэк. Дайте вот этого мэрбэка. Нового мэрбэка. Я боюсь, разводится. Давай, давай. Мэрбэк, давай, говори нам. Отступай, я вообще понесал. Я потом. Давай, давай, мэрбэк. Появись нам. Нам нужна четко фотка, не такая вот. Такая себе будет фотка. Давай, мэрбэк. Сейчас буду взяну. Ооо, отлично. Давай, мэрбэк, покажись. О, отлично. Блин, новые смайлики, кстати, появились. Эмоции новые. Если получится, то я там давай. Как-то не открываю, не мастер. По фотошопу. Ну, что-то умею быть. Мастером. Посмотрите. Вау, ну это новое, кстати, лесно. А возможно там тоже будет такое, если что-то не заметил, да. Извините. Ну все, всем спасибо, просмотр, с вами Макс Риск. Давайте, ну не знаю, ну там попьем кофе, почему бы не давайте скошиться, что сегодня суббота. Знаете, как будто играю всегда в воскресенье, помню. Первое число. Блин, ну давай сегодня что значит? Хэллоуин, да, Хэллоуин. Да, пока. Поищу, наверное, превьюшки эти вот, если они появятся какие-то на официальном сайте. Для моего превьюшки, чтобы был кликвейт. Больше ради один вебс.
Skyrim vibes. And that's a quality. Вау, о май гад. Ну, что-то новое. Ладно, пока.